Иннополис будет проходить над такими городами, как Воронеж, в непосредственной близости Ростова-на-Дону. И когда пролетим город Краснодар, приступим к снижению. Сейчас погода в городе Сочи прекрасная, безоблачное небо, правда дует сильный южный ветер, температура плюс 14 градусов. Благодарю за внимание, желаю приятного полета.
посадку в аэропорту Адлер. Просим оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до выключения стволового табло на стеклянном ремне. К выходу мы вас пригласим. Благодарим за внимание.